Приветствую, дорогой зритель! Сегодня в этом видеоролике будет подробный гайд, как ты сможешь быстро и легко купить себе топовый бизнес, будучи настоящим новичком при открытии нового сервера. Это абсолютно никакой не кликбейт. У меня не будет никакого доната от слова вообще, поэтому смотри этот ролик внимательно и до конца. Приятного тебе просмотра! Заранее хотел бы попросить поставить лайк и подписаться на данный YouTube канал. Спасибо! И да, я вернулся на постоянную основу. Но перед просмотром не забывай, на каком проекте я играю. Это Amazing RP, где действует мой промокод LISET. Вводи его на старте игры, он выдаст тебе огромное количество виртов, а также уже на старте игры ты получишь скиллы для своего персонажа и сможешь приняться в какую-либо фракцию. Приступим же. Для начала я договорился с полноценной командой людей, где меня пригласили объединиться и общими усилиями приобрести топовые бизнесы. Вы, конечно, зададитесь вопросом, как вообще возможно получить хотя бы один бизнес на новом сервере, так еще и при открытии. Это же нереально. Ведь будет немаленькая количество донатеров. Но что меня удивило на Amazing RP, так это сама система при открытии нового сервера. Здесь имеются отдельные моменты, связанные с донатом на открытии, где что-либо можно купить исключительно с помощью доната. А кроме этого, каждый из вас может купить что-либо на открытии в пределах 6 часов. А почему именно 6 часов? Так это потому, что в начальном этапе от 6 часов игры не будет доступна функция доната на сервер. И благодаря данной системе, каждый игрок сможет себе что-либо приобрести. Вы и сами представьте, какое приятное отношение на проекте не только к донатерам, но и к самим новичкам, чтобы большинство людей на проекте были рады столь долгожданному открытию. Лично от меня это огромный плюс. Я за все свои годы игры нигде не видел такой системы на проекте, не то чтобы в КРМП, да даже в САМПе. И скажу честно, мне это очень зашло. Все открытие это было полноценное, огромное спортивное мероприятие, поскольку, как вы понимаете, не только мы одни, своей немаленькой командой пытались захватить хотя бы один бизнес. У нас по итогу в планы входило как минимум 2 топовых бизнеса, а со стороны других игроков была немалая конкуренция, где другие составы аналогично друг друга пытались задушить и отобрать более прибыльный бизнес. Наша задача была зафармить минимум начальные 5 миллионов, где впоследствии кто каждый отфармил монету и вложил ее в капитал этого бизнеса, сможет иметь свой определенный процент, исходя той суммы, которую он вложил. Согласитесь, это все же лучше, чем вообще ничего не иметь. Так и все зависит исключительно от самого тебя. Конечно, и сам человек, который будет держать наш дальнейший бизнес, должен быть надежный, чтобы его не забанили за какой-либо момент. Как же прошел самый начальный этап с моего открытия этого сервера? Компики у нас вроде не слабые, да интернет уже не самый дешевый, но в нашей команде были люди, которым удавалось зайти одними из первых, краши и киков фактически у них не было. А определенная часть людей, а кто-то был как сам. У меня получилось залететь первоначально спустя 10-15 минут от открытия сервера. И вроде вот она радость. Но меня столько раз крашило, кикало. Так и при этом, когда я фармил монету, у меня зависало диалоговое меню. Многократно. Конечно, приходилось очень часто из-за этого перезаходить на сервер. Задница у меня разрывалась только так. У меня это все происходило все дальнейшие 3 часа, пока мы все вместе пытались зафармить на бизнес. Но в моей ситуации все было еще не так плачевно. Кто-то вообще один раз, дай бог, смог зайти на сервер. И после всей его попытки это были просто равны нулю. Я прекрасно осознавал, что если у нас имеется в команде такая ситуация, скорее не мы одни такие. Значит, и у конкурентов имеются схожие моменты. И мы не теряли, естественно, надежду, что сможем получить долгожданный бизнес. Потом и кровью вцепились в эту лесопилочку. И каждый пытался хоть каплю виртов заработать и вкинуть в капитал. Я скажу лично за себя. Меня интересовал не сколько процент этого бизнеса, а сам процесс. Я такого приятного ощущения внутри давно не испытывал. Знаете, будто флешбэкнулся в старые добрые времена и потел как не в себя, чтобы наконец купить себе хотя бы хоть что-то новое на сервере. Считаю, вклад каждого, даже самый минимальный, был ценен как никогда. Даже те, кто не могли войти на сервер, поддерживали братву по полной. И наконец, спустя долгий промежуток нашего времени, мы наконец-то достигли своей цели. Мы реально накопили первоначально монету за эти 3 часа жесткого фарма и полетели покупать наш первый бизнес. По плану это был 24/7 напротив ESS. А что же было дальше? Это просто полный разнос. У нас 5 340 000. Все, мы собрали сумму. Ух, с GPS, я поехал, парни.
Горель, летите, у нас не хватает стока. На аккаунте вы зашли? Я еду. Он же все, у Харуки деньги передаст и все. Главное, просто не хватит. Смотри, Херка, просто лети, Херка, лети. Я лечу, я лечу. Мы можем еще на один. Херка, летим, я уже почти доехал. Давай, давай, Харуки, передавай, тоже передавай. Меня кикнул, ну что за сервер? Ну я говорю. Мне кажется, мы сейчас пройдем и горели. Сервер, ну расстанься на всякий случай. Мы не успеем на второй безагро. Мы успеем на второй безагро. Я пытаюсь допустить. Сервер не полон, 940 человек. Ну да, там же этот доп. Попробуйте перезапустить игру. Давай, Херка, мы в тебя верим. Зашел. Херка, едь. Давай, лети. Я со скутера спрыгнул, меня кикнуло. Почему вы сейчас сидели? Вы все делаете, чтобы мы не поймали. Ты же пустила. Жаль, да, я бегу. Айдишник на готове, говори. Давай, Данёк. Быстрее. Вон он, я сейчас побили его. Я бегу, братва, вот. Это ты бежишь? Это я бегу. Еще все 4 ляма. Давай, полетели. Смотрите, чтоб меня не кикнули. Смотри, чтоб не взяли. Аккуратно, стой. 500 тысяч. Они верты передают, давайте быстрее. Давай, быстрее. Все, полетели. Давай. Все, я, короче, выхожу. Руки дрожат.